Всем добрый день. Вот так поближе. Наверное, камера грязная, надо протереть. Нормально. Ну да, ну в лесу сегодня прохладней. Вчера было 23. Артём, Маши, всем привет! Скажи всем привет! Сегодня уже мы... Да, вот там режь. Да, да, и он вот там сейчас вот, ты в грибок вырубаешься, видишь? Прям под ногами вот там, стой. Не видишь? Вон, да. Ну да, вон. Говори, Артём, всем привет! Привет, Маши! Не хочет. Сегодня мы у Вани на один урок меньше. Нашел все, да? Да, там я еще один нашел. На один урок... Вон и мама нашла грибочек. Сегодня на один урок у Вани меньше. И сейчас полчетвертого, да? Ой, полтретьего. Полтретьего. Поэтому целый час... А, три почти, да? Вон, смотрите, сколько уже Ваня нашел. Поэтому сегодня целый час мы сможем погулять не по, не по темноте. Вот это уже, конечно, поинтереснее. Я позвонил Надюше. Она отказалась ехать, она на работе. Ты газуешь, да? Да. Скажи, я покушала, теперь газую, да? Вот так. Она на работе, говорит, что сегодня не поедет с нами. Ну, а я Марине говорю, вечером будем щипать гусей и индюков. А сейчас... Да я сейчас срежу. А сейчас говорю, поехали, Ванюшка, по грибы. А, так тут даже два, да? Красавчики. Какие красавчики. Вот раз. И вот такие вот два. Оп, хороший. И хороший. Все. И сегодня прям... Ой, та-та шо! О, как красиво сфотографировала. Нечетко, ну. О, ох, и красавчик. Шо, ножка там? Грибочек. И мы сегодня сразу подъехали туда, где мы вчера, ну, мы тут были вчера, и вот в этом леску, ну, как бы вчера мы уже резали, и думаю, что время не терять, поехали сразу в этот лес и походим. Ку-ку! Походим и поищем тут. Ну вот так, Ваня сразу вот сходу нашел, раз, два, три, и притом там кто-то уже резал. Там хоть вы, ага, это, вы писали, что, типа, Андрей, зачем ты срываешь грибы, которые ты не берешь, типа, пусть растут, их возьмет кто-то. Знаете, вот так сорватый грибок, вот, он будет лежать, он неделю не сгниет, потому что сейчас холодно, и не сгниет, и не подсохнет, и так и будет... лежать. Ну, и я срываю, чтобы вам показать и чтобы у вас спросить. Спасибо, написали так, как я и думал, что это тополевая рядовка. А? Вот, смотрите, кто-то срезал, а вот не заметил. Красивый. Ну, в общем, ходим, собираем. И знаете, вы некоторые пишут, опять по грибы пошел, то же самое. Ну, как бы я вижу, как... Ой, бабух! Бабух, Артём упал, вставай! Руки задрал, типа я не могу. Вставай! В кусты упал, не можешь встать? Непонятно. Ой, бабух! Скажи, бабух! Что, на ручки? Ручками ударился или что? Что? Какая травка, да? Вот так. Многие говорят, что... Ну, не многие пишут, что типа опять про лес, то же самое, ты же уже снимал. Но я вам вот что хочу сказать. Я вижу, ну, как бы, я уже вам об этом много раз говорил. Есть статистика по всем роликам, и я вижу, что походы наши, походы за грибами очень людям нравятся, потому что просмотры, ну как бы просмотры хорошие, и люди не перематывают.
не перематывают ролики, смотрят хорошо, так что я каждый раз, как приезжаю, снимаю. Кто помнит, в прошлом году мы с Ваней ходили в лес 1,5 месяца подряд. Ты пришел? 1,5 месяца подряд, каждый день. И вы смотрели, и смотрели, и вам... А, что? Что? Оп, ля. Все хорошие. Что? Что, помощничек мой? Есть грибочки? Давай, на, будешь ложить в кулечек? На. Клади в кулечек. Молодец. Оп. Да? Угу. Вот, на, еще. На. Клади в кулечек, давай. Молодец. На. На. Сюда, клади. Клади в кулечек. Давай. Молодец. На. Клади. А! Какие хорошие? Нет. Так, у меня даже ось огромный старый, и той не червивый. На, Артем, будешь так и ложить? Нет? На. Клади в кулечок. Вот так. Оп. На еще. На. Все. Не-не, все. Пусть лежит. Все, идем дальше искать. Идем грибочки искать. Ага. И еще, вот вспомнил, увидел поганку. Мне написали там в комментариях, что Андрей... За мной, да? Типа, Андрей, смотри, не попутай рядовку с бледной поганкой. Друзья, у бледной поганки ножка. Ножка не такая, не мочалочная. Знаете, а вот у сыроежки в ножке внутри такое, ну, как бы, как мочалка внутри. Это первое. Во-вторых, у сыроежки нет юбочки, вот такого ободка. А у бледной поганки этот ободок есть. Вот видите, порезали. Это второе. И третье, у сыроежки нет вот такого утолщения в точке роста, вот, ну, где начинает расти ножка. А у бледной поганки есть. Так что хороший. Так что я не попутаю. Я не беру неизвестные грибы, но при этом те, которые я беру, я знаю, какие я беру. Спасибо, конечно, что вы переживаете и правильно делаете. Я всегда тоже говорю, чтобы никогда в лесу не брали те грибы, которые не знаете. Лучше уйти из леса без грибов, но не отравиться, чем прийти домой с неизвестными грибами и, не дай бог, отравиться самому, а еще, не дай бог, всей семьей. Так что вот так. Видите, кто-то был. Ваня в другую сторону побежал. Артем бегает за мной. Ты находишь? А я ни одного червивого не нашел. Ля, какой. Артем, смотри, какой грибочек. Смотри. А ну иди смотри. Какой хороший. Смотри, на, клади в кулечек, на, давай в кулечек сюда, давай. Вот, молодец, молодец, ручки замазал, да? И вот, смотри, смотрите, тут в ямке, и вот такая же маленькая ямка, и опять грибочек. Ага, будешь ложить? Смотри. Хороший, на, клади. Нет? Бери, бери грибочек. Бери грибочек. Ой-ой-ой, бери. Бери грибочек и давай в пакет. Клади в пакет. Давай, клади. Клади сюда. Давай. Давай, клади. Вот, молодец. Молодец. Ему не нравится, он брезгливый, как Ваня. Смотри. Ваня тоже не... Ты чуть не задавила. А я задавил. Вот ногой, гляньте. Маленький. А вот Марина чуть не наступила. Красивая. Артем, вот еще, смотри. Смотри, какой грибочек. Тоже хороший. На. На. Клади. Молодец. Помощничек. Ах ты, какой помощник. Нравится? На.
А то... Вот, сейчас. Смотри. На. На. Клади в кулечек. На. Кулечек. Давай сюда в кулечек. Давай. О, молодец. Вот еще. На. Сюда. О, что там уже за грибочки? На. Клади. На. Что? Есть? На. Есть. Ты поклал это, да, этот? На. Что-то сегодня прохладно. Не? Ну, свежо, да. Капец, правда, ось. Вот такой и не червивый. Что там? Покажи. О, масленый. Много уже? Не, палка отломалась. Не-не-не, много. Оп. Смотри, вот. Есть, смотри. Будешь ложить? На. Блин, вот такие червивые. Да. Да, не холодно. На. На. Не хочешь? На. Все, помощничек уже не хочет помогать. Ой! Не может. Давай. На. Находишь? А, большой зато не червивый. Вот, смотрите, как в траве растут масляки. А, вот, смотри. Да, смотри. Вот. Смотри. Ага. Ой! 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 На, так, держи. С кустами нашла. Да шо ж там. Вот так. Оп. Оп. Смотри, какие хорошие. Артём сейчас опять рухнет. Оп. Смотри. Е. На. Клади. Молодец. Ох, поговорил, когда? Это червивые маленькие. Боже, гля, и правда, вот такие маленькие червивые. Вот так. А что они червивые? Сегодня маленькие. У них спроси. У них муха увидела раньше, чем мы. И залезла. Вот эта рядовка. Не берем. А еще смотрите, на Ване курточка, которая ему уже мала давным-давно. Я вам рассказывал, но может кто-то не слышал. Масленок? Где? Нет, то вот это ж рядовка серая. И Марина ему уже говорит: Ванюш, ну выкинь ее. Он говорит: это грибная курточка, я пойду в ней по грибы. Это он в ней в Полтаве ходил по грибы. И смотрите, какая хороший. Ой-ой-ой, кепка. Оп, смотрите, какой красавчик. И, короче, ни в какую. Вот эти подростки упертые, капец. Ну, говорю, ну, ходи в мелкой. А где ты? Ага, все. Это не масленок. Да, сегодня свежо. Угу. Ну, зато хоть и грибы есть. И светло. Вот, видите? Смотрите, далеко. Далеко ходить не нужно. Они везде. Красотульчики. Оп. Хорошенькие. Хорошенькие. Оп-оп. Вот так в траве. Любят расти в траве. Но пока они маленькие, их и не видно. Козлятки. Смотрите, какие красивенные. И как уже много. Вот смотрите, какие красивые. Это будет такой фиолетовый. Он будет фиолетового цвета, когда сварится. Сейчас я их соберу и продолжим. Короче, и козлят насобирать не получится. Червивые все. Вот прям берешь такой, вроде ж молоденький, хорошенький. Нет, этот хороший. А они вот сколько посрезал, и все червивые. И Ваня так само, он мне кричит, говорит, тоже нашел козлят. А они все червивые. Это хороший. Короче, вот эти поглубже спрятались. Тут червяки. То есть муха вот эта грибная их не нашла. Ну. Оп. Да, хорошенькие.
Все, ищем дальше. Вон козленочек. Кто говорит, что это не козлята, типа, а маховики? Ну, может, так и есть, но у нас их называют козлята. Вот смотрите, какая это плантация. Видите, они вот такими прям семьями растут, громаднейшими. Вот так. И вот так берешь, раз, и уже пол ведра могло быть, а они все червивые. Прям все. Короче, не вот хороший. Это ж надо, да? А раньше их червяки не ели. А сейчас? А сейчас червяки не перебирают. Едят все подряд. Червивый. И этот червивый. Нет, не червивый. Такие вот. Все. Идем искать маслят. Не хочу уже резать козлят. Они в основном такие же порченые. Только время на них трачу. О, видите? Раз. Вот какой красивый. Раз. Все, два. Угу. Хоп. Хоп. А масленчик хороший. Раз. И этот хороший. Два. Вот. Красотунчик стоит. Оп. Оп. Козленочек. Я не знаю, мы ходили тут вчера или нет. Может, это другой край этого же леса. Я так и не вспомнил. Если бы уже мы тут 100 раз ходили, то ну, видно, что срезаны. Ванюш, находите? Оп. Козленочек красивый. Оп. Очень похож на масленка, только чистить не надо. И при варке масленок остается белым, а этот становится фиолетовым. А вот маслятки. Маленькие. Раз. Хорошенький. Смотрите, какие. Оп. Оп. Червивый. Вот видите, такая прям куча. Сколько их тут? А? Да не знаю. Можно это назвать богато. Червивые. Хорошенькие. О, молодец. Когда парочку, ну. Это тоже червивые, да? Вот у меня. Маленькие эти, я их не могу. Угу. Так маленькие и еще и червивые. А! Нашла? Так ты очень далеко. А Ваня возле меня. Ну иду. Так, грибники убежали в другую сторону. Много? Ты рвешь? А вот какие. Смотрите, какие. Интересно, как думаете, червивые, нет? С виду не старые. Смотрите, какой огромный. Ну, видите, снизу червивый.
Червивый. Ну а куда ему такому стоять, да? Это же такая дурная будет муха, которая его не заметит. Червивые. А Ваня, мама тут маслят где-то нашла, я к ней лезу. Много, да? А, в кучку, да? Что? Все, уже находился Артемка. Ого, гля, какая плантация. Ого, сколько нас собирали вы с мамой. Где грибочки? Покажи, где грибочки, Артем. Вот. Смотри, какие грибочки, как мама много нашла. Ой, какая мама молодец. Вон, гля, где папа? Смотри, на, иди клади. На. На, вот сюда, давай. Молодец. Шапку снял. Кому? Тебе. Себе? На, на, клади. На. Вот так. Ты уже все устал. На. Вот, бери. На. А, не попал. Это же все маслики, да? Да, глянь. И все хорошие. Стой, 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 стой. Даже маслята не так погрыженные этими, ну, червяками, как эти. Как козлята. То скажи, козлята никогда не были червивые. Угу. А тут на тебе. Ой, сейчас на пакет, чтобы не наступил. На. Клади. О, молодец. Стоп, стоп, стоп. Аккуратно нож. Аккуратно, не подходи. Нет, нет, нет. Нет. Маленький хоть не на. Срывай. Клади сюда. Давай. Клади. Нож убери. Оп. Молодец. А что ты говоришь, не срывать? Так зачем? Смысл, глянь. Что-то сильно маленький. Так, такие они красивые, когда закрыты. Все, на. Все. Все, все, все. Давай мамку. Мамку отдай, да? Какая, какие эти красивые, глянь. Давай. Ты видела? Да, я вчера фоткала в Инстаграм. Этих? Ну, пупырки я не видел. Ты что, мои фото? Давай я сфоткаю еще. Какие красивые пупырочки. Просто что темно было. Ну да, сейчас светло, хорошо. А? Этих. Ой, красиво. Так, ссылку на Маринин Инстаграм я вам оставлю. Зайдете. Зайдете, посмотрите ее истории. Вот, грибочек. Грибочек какой красивый. Опачки. Старый. И весь червивый. Да? Да. Артем за мной хвостиком теперь, и да? Я. И мама. А? Что? Грибничок. Что грибничок? А где шапочка твоя? Шишку нашел. Кстати, я взял этот таз большой. Сейчас, когда закончим собирать грибы, нужно мне нагрести вот этих шишек, ну, опад сосновый, подсыпать голубику. Она так капитально утрамбовалась, просела, поэтому нужно ее в зиму так бугорком подсыпать. Оп. А ты видишь, вот дальше еще один молодой лес. Ага, можно вот туда сходить. А вот какие красивые мухоморчики. Может и не мухоморчики, я не знаю. Но выглядят очень красиво. Это, знаете, это я вот вам показываю для того, чтобы вы понимали. Вот это все плодовые тела, это с одной грибнички. То есть, когда вы пишете, что Андрей, не ломай, то есть не срезай, не выковыривай гриб, а срезай, то вы не правы, потому что грибница находится под землей, а наверх вылазят плодовые тела. Это точно так же, как на яблоне вы, ну, то есть
срываете яблоко целиком, а не отрезаете пол яблока, чтобы не навредить дереву. Понимаете, о чем я? Так что, вырывая гриб, вы никак не повреждаете грибничку. Так что, и при том, что если вы оставляете ножку, то вы также никак не повреждаете грибничку, если вы, ну, не вырываете, а срезаете. Мне как удобно получается, так я и делаю. Вы можете у меня в ролике замечать, что некоторые я грибы срезаю, а некоторые вырываю. Нет в этом проблемы абсолютно никакой. Вот так. Что там такое? Помощничек. Сыроежка. Да. Все, сегодня мы маслят много. Гриб? А что так? Козлят находишь, да? Ване легче рвать. У меня в руках телефон. И мне сложно вам, чтобы и вам показать то, что нахожу. И срезать. У Вани руки свободные. Ему попроще. Помощничек. Помощничек. А где Ваня? А где Ваня? А где наш Ваня? А где Ваня? Вот там? Где Ваня? Что там в кулечке? Ты помогать хочешь? Уже много. Уже больше я насобирала сегодня, чем вчера. Да. Так, а сегодня сколько мы тут ходим? Где? А. Ему хорошо, под каждым деревом проходят, да? Ванюш, пошли это в соседний вот тот молодой лес. Мы там не были. Вдруг, а как мы узнаем, если не сходим? А где он? Ку-ку! Ты куда убежал? Куда убежал? Молодец! Ты сюда идешь? Давай, помощничек. Иди сюда, иди, мой маленький. Давай сюда. Давай сюда. Иди сюда, моя ляля. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давай танцевать. Давай. На ручки хочешь, да? Пойдешь на ручки? На ручки хотел. Вот так? Скажи всем пока. Скажи пока-пока. Расходимся, да? Нет? Идем дальше. Ну пошли. Вот тут она до сих пор. Ой, а ось раздавил. Ой, сколько раздавил. О, тощие грибники. А вот там сзади подавлены были. А? Скажу, а там сзади подавлены. Вань, возьми Артема. Нет, вот этот забрать. На. Не нужен? Да нет, я тут пофоткаю. А, красивый, какой здоровый. Угу. Это ты раздавил три штуки, да? Маленьких очень много. Вот таких маленьких, и их не видно, да? А я еще меньше рвал. Вон, дивись еще. Я же скажу, ось тут они. Ага. Что, моя рыбка? Что? Сейчас покорится. Вот там ниже, дивись, куча грибов. Ага. Сейчас подавай, Артем. Мы нашли на огромную поляну. Вот тоже. А вот еще. И вот еще. И вот. На машинке ехал, да? Артем куда-то поехал. Поехал. Ну, он рассказывает, что он уезжает. Еще нашел, да? А вот малыши какие красивые. Угу. Я вот так еще рву. Ну правильно, ты будешь чистый, так что ты выбираешь, люби, как хочешь.
Испугался Ваня, раздавил грибочек. Артём уезжает там в лесу. Да. А вот тот большой ты ж так и не срезал. Ма, так я что не сказал. А Марина сфотографировала гриб и оставила. Бугорок похоже? Ты гриб сфотографировала и оставила, и пошла. И Ваня тоже пошел дальше. Красиво какая. Вот. А? Ты будешь козлят резать? Нашел. А куда ты уезжаешь? Куда? Будешь рыбочек ложить? Нет? Не хочет. А где, ты тоже нашла? Маленький. Он только-только лезут. Может так делать, потому что зубы. Да, у Артема сейчас 8 зубов. И сразу лезет одновременно 4 клыка. Что? О, я не хочу козлят, я видел. Сразу лезет 4 клыка. 2 уже пролезло, да? Клыки. Маляры? А, то лезут вот эти первые, получается, четверки лезут, маляры. Все, вот так. И я нашел. Оп. И, короче, вот из-за этого Артем очень плаксивый, очень плохо кушает. Очень нервный, очень плохо кушает. Вот какой красивый. Ну и... И все в этом роде. Мама нашла грибочек, какой хороший. Поехали. Ну да, вот так же он типа едет, и оно вибрацию чуть-чуть создает, да, вроде. Может, не так больно. Отдал Марине. Масленок? Отдал Марине нож. Нет? Вот, зараза. Нож и пакет. Артема я чуть поношу. Ой, так он уже спадки хотел. А вот масленок точно. Гля, какой красивый. Глянь. Рви. Вау, скажи, да? Да, нож там. О, какой грибочек. А ну. С малым в руках, да? Да, красивый. Красивый. Идем дальше. Ходит, поет. Это кто тут в лесу поет песенки? То едет куда-то, то песенки поет. Я тут немножко не снимал. Мы без вас порезали немножко грибов, потому что думаю, еще чуть-чуть походим. Это будет вообще часовой какой-то ролик. Поэтому... Уже дай тетю. Да, уже просит, да, тетю? А вот что? Ой, да. Рядовка. Нет. Скажи, дай тетю. Он говорит, дайте. Здесь это... Дай тетя. Скажи, дай. Скажи, дай тетя. Такой упертый, весь папку, да? О! Дай тите, говори. Дай тите, скажи. Ага, вот тут я был, вот эти два больших, которые червивые. Обои. В машину иди, не?
А мы еще сейчас минут 15 вернемся. Не? Говорю, иди в машину, не хочешь? Да ты что? Не хочешь сама? Ну ладно. Да, да, минут 15 еще. Голодный? Ну да, мы только что ехали, он такую булочку сдобную большую скушал. 100 грамм. А дома супик покушал, так что... Молодец. А куда ты уезжаешь? Куда ты уезжаешь? Это козленок, не хочу. Да, да, в соседний. Тоже вот молодой, сейчас в него зайдем. Тут получается мы что, уже второй раз ходим. На самом деле уже много нашли. Тебе не похож на наш лес? Вот так вот тут проходишь такую лощинку. Ну да, это. Вот тут с ямой было раньше много белых. Мы сюда не ходили. В нашем лесе. Ну да, в нашем. Типа примерно локация похожа, да? А ты рвешь? Ну, молодец. Ну, если хочешь, нагибайся, рви. Я ж не против. Беленького хочется найти. А так ни одного не нашли. Видите, сегодня мы как насколько рано. Вот козлятки. Потому что мы уже сколько собираем, а еще солнышко не зашло. Красота. Сейчас еще чуть походим. И все, ну беленький, хоть один вылезе. Надеюсь, два или три. Четыре. Что? А, все, вы будете кушать? Четыре. Ну или четыре. Надеюсь, что это не последний раз. Завтра точно уже не поедем. То есть каждый день... Вань, ну каждый день работы дома много, я и так, а мы и так катаемся в лес. И это, сегодня надо индюков убрать, я вам говорил. И двух гусей заказали, тоже нужно сделать, ощипать, так что. Ну да, сломано. Ну, свежее. А перелом свежий, слом. А так дерево старое, сухое. Все, у Артема перекус. Не вытерпел до машины. Вот так. Да, ну примерно как у тебя. Ну сегодня мы больше, чем вчера нашли. Боже, тут трава. Ну так они же в траве и растут. В траве и под этими, под молоденькими сосенками. Думаешь? Сейчас посмотрим. Есть тут, нету. Если нету, вернемся туда. Но я думаю, что молодой для маслят. Нашел? Да. Масленка? Да. Ну вот. Значит, есть. Маленький, хорошенький. Лезут козлята. Вот козлят, вон целая плантация. Вот. Вот, смотри. А? Еще один? Да. О, видишь? Значит, есть. А, нет, это не масленок. Это похоже на... Ага, понял. Рядовка вот эта, да? А. Все, сейчас, если что-то найду, продолжим. Что-то здесь не густо маслят. Я... Ага, вот, я нашел один. Ваня говорит, что три штучки нашел. А я вот пока сколько ходил, еще ни одного не нашел. А вот нашел. Тоже три штуки. Раз. Червивый. Смотрите. Вот мой второй. Оп. Этот хороший. А вот третий, а вот четвертый. Ну, есть немножко. Может, просто сейчас надо найти другое место. Ну, тут же только такое, более грибное. Вот маленький. Ну да. Оп.
Вот еще. Вот, ну я 5, вон 7. Видите, немножко. Немножко есть. Вот такой малыш. Нашли. Вот. Козлят опять миллион. Вот козлят через несколько дней просто будет уйма. Ну, козлят. Вот масленочек. И вон масленочек. И вот. Короче, есть. И тут. То есть на рыбе, да? Там и молодые. А? Да, тут вот я, тут много. Ты будешь резать козлят? Будешь резать? Ты хочешь просто полную корзинку, да? Хороший. Вот, смотрите. А? Ну, я же говорю, будешь, хочешь резать, режь, ешь. Я ж не против. Козлят не буду. А зачем они мне? А маслят закрою, маслят много насобирали. Червивый. И что? Я не хочу закрывать козлят, Вань. Короче, все три и все червивые. Вот видите? Червячки. Тут даже срезать не хочу. Вот тут большой. Ищем дальше. Марин! Ага. Ну мы тут рядом. А Вань, не червивые? Нет, нет, нет. Ага. А Ванька козлят режет. Маслят еще. Вот так. В высокой траве. Смотрите, как пролазит через нее. Такой прям красавчик большой. О, какой, гляньте, какой красивый молодой и большой. О, и так как он под землей, ну, то есть под этими, под иголками был, то и не червивый. Ля, какой красавчик. О. Угу. Ищем дальше. Ну, знаете, кто еще не был в лесу, можете уже идти. Грибы есть. Можно собирать. Если, вот, тут целая поляна козлят, если хочешь резать. Ну, я не буду. Прям вот много-много, смотри. Не знаю, прям 100 штук. Угу. Угу. Я не хочу козлят. Я не хочу резать, Вань. Я ищу маслятушки. А их нигде нету. Только козлятки. Короче, давай, Вань, уже будем выбираться это в сторону машины. И уже будем заканчивать, потому что еще нужно иголки насобирать. Понял? Завтра будем засыпать голубику. Я вам покажу, как она выглядит сейчас. Ну и все тогда. Давай вот так выдвигаться вот туда. Марин! Мы сейчас уже идем назад. Я вам завтра покажу, как она выглядит. Кусты, как о, козлята тоже. Как наросло. Сколько зеленой, ну... зеленых побегов молодых наросло в этом году. Будем их укрывать иголками. Прям по голове. А что ж ты сзади меня идешь, кот? И это. Да, иглоукалывание, да? Идем на выход. И я нашел масленка, на самом деле. Всегда, когда уже собираешься выходить и что-то находишь, то приятно. Еще и хорошенький какой. Красавчик, да? Все.
Выходим. Шишек сколько уже на молодых наросло, сыпется, да? Во. А вы что, до сих пор ужинаете? Решила покормить Артемку. А? Артемка перекусил, нагулялся на свежем воздухе и заснул. И все. А мы идем на выход. На выход идем. Вот так. Я же говорю, так хорошо в лесу. Тишина. Воздух свежий, вообще красота. Сейчас еще ж не забудьте эти, набрать тазик гнили всякой, ну вот иголок. Да, ведро где-то на двоих насобирали. Вот и вышли, вот машина. А Ваня говорит, я нашел. Ваня еще не согласен уходить домой. Говорит, ведро не полное, ну корзинка. И хочет еще немножечко походить. Но уже темнеет, уже солнце зашло. Маринка вон пошла по дороге. Ванюш, выходим. Все. Ну а я уже не нашел. А может сейчас еще и найду, да? Может, говорю, и найду. Выходим. Так мы не тут, мы ж поедем в этот. Тут же ж везде трава. Поедем в старый лес, где нету травы. Там же ж легче собрать. Понял? Все. Едем за иголками. Вот тут мы. Нашел, да? Молодец. Ну, а я уже не нашел. Давай уже домой. Все, нету. Все, друзья, высыпали все грибы, вот что нас собирали в корзинку. Это где-то ведро полное будет. Ну вот если пересыпать в 10-литровое ведро, будет прям с горкой. Такая корзиночка хорошая, она вместительная. Прям красота. Вот прям сегодня я очень-очень доволен. Вчера то, что мы насобирали, где-то ну чуть больше, чем пол корзинки. А сегодня вот такое полное. Все, мы уезжаем. Сейчас заедем в старый лес, наберем иголок и домой. Уже темнеет. Заехал в лес и ничего не пойму. Как будто тут это. Заехали и выгребли все, что могли. Так, серьезно. Ну, короче, сейчас соберем. Вот так просто. Просто вот так берем сосновый опад, собираем, тазик наберем. И все, а дальше увидите уже дома, как будем... Да, как будем засыпать голубику. Все, парились как кроты. Да, больше не надо, потому что на кочку на какую-то наедем, чтобы оно не выскакивало. Все, друзья, грибалка у нас сегодня закончилась. Она немножко и по делу. Видите, за опадом приехали. По дороге посылку отправил. Все, будем ехать домой. Руки грязные, ничего не сделаешь. Уже темно. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Пока-пока.